кстати, однолетняя актриса и телеведущая нечаянно спровоцировала громкий скандал. Сегодня Агата Муцениеца высказалась о домашнем насилии. 29-летняя Регина Тодоренко оказалась в крайне неприятной ситуации после того, как покритиковала шоу жены Павла Прилучного «Честный развод». Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» обвинила Агату в хайпе на драме своей личной жизни. По мнению супруги Влада Топалова, многие женщины сами виноваты в том, что мужья их избивают. В связи с занятостью на съемках прямого эфира финала шоу «Голос», дети Муцениеца не смогла сразу же ответить Регине. Лишь сегодня, отдохнув и обдумав заявление Тодоренко, она решила высказаться об этом. Главное, не буду разводить демагогий, скажу кратко. Ни одно существо на Земле не заслуживает никакого рода насилия, от животных до людей. Политика и культура молчания влечет за собой непоправимые и страшные вещи. Девушки, женщины, мужчины, дети, никто не виноват. Заявила Агата. Она сказала, что сегодня проснулась с мыслью, мир должен стать добрее. Звезда сериала «Закрытая школа» заверила, что будет верить в любовь. Все испытания – это уроки, они помогают нашему становлению. В эти дни сложно всем, мы все сейчас проходим разного рода испытания. Я всех обнимаю и надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает что-нибудь хорошее, призвала Муцениеца. Поклонница ведущей шоу «Голос». Дети поддержали ее. Абсолютно согласна с Агатой. Любого рода насилие – это насилие, и ему нет оправдания, я заметила, что добрая половина женщин оправдывает насилие, находит ему причины. Это ужасно, в этом проблема человечества, согласна с каждым словом. Обидно, что такие ужасные вещи говорит женщина, молодая мама, Регина Тодоренко, Прим, Ред. Насилие оправдывать нельзя, пишут фолловеры. Многих пользователей возмутило необдуманное высказывание Тодоренко. После этого Регина записала видео с извинениями. Из-за мизогинного заявления телезвезду лишили звания «Женщина года». После этого Тодоренко заверила, что резонансный скандал вызвал кардинальное изменение ее мировоззрения.